Работа на земле для многих ульяновцев не просто хобби. Выращенный своими руками экологически чистый урожай – хорошее подспорье в семейном бюджете. В Ульяновской области зарегистрировано 164 тысячи дачных и садовых участков. Их владельцы вносят свой весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Садоводов и огородников традиционно чествуют 2 мая. В этот день праздничные мероприятия прошли в СНТ Юрманке. Саженцы, семена и рассаду можно было приобрести на организованной выставке ярмарки «Дачный сезон». Садоводов поздравил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Останавливается вот в этой такой небольшой ярмарке, где все обильно покупают, примеряются, покупают вишню, малину, яблони, там, рассаду для цветов. Мы вот тоже с Александром Ильичем не удержались, тоже приобрели. В этом году на развитие благоустройства садовых некоммерческих товариществ из областной казны будет выделено 176 миллионов рублей. Средства направят на ремонт прилегающих к дачным участкам дорог, водоснабжение и электрификацию. Бюджетная поддержка распределится в соответствии с нуждами самих товариществ. Что мы в этом году серьезно увеличиваем финансирование по поддержке, по мерам поддержки садовых товариществ. Это традиционные вот те вопросы, о которых я сказал. Думаю, что мы значительно больше там по ряду направлений либо крошки дадим, либо, так сказать, там денег выделим там на разные направления нашей деятельности. К примеру, в ближайшие 2 года в СНТ «Дорожник» проведут голубое топливо. Под заявлением на подключение газа подписались 90% собственников. 2018 год это уйдет на то, чтобы оформление документов, проектно-сметной документации, замена газопровода, тем более здесь нужно вести, так сказать, увеличение мощностей. Вот, то есть этот год уйдет. А на 2019 год можно уже, в принципе, надеяться на то, что газ в «Дорожнике» будет. Со своими вопросами и предложениями владельцы дачных, огородных и садовых участков могут круглосуточно обращаться на горячую линию по телефону 49 39 69. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.